وارد سلام بیننده های عزیز و ارجمند هواداران همیشگی فوتبال امروز دوشنبه 13 ایونی سال 2022 است و نشر نوبتی برنامه 90 دقیقه از شبکه ورزش منظوری شما میگردد. تو سرشوی یا ادامه موسم امسالی لیگ اولی فوتبال مملکت روزهای به شمار هم باقی مانده است و ما تصمیم گرفتیم که هر هفته برنامه 90 دقیقه را با صحبت های جالب و خاص راجع به دسته های اشتراکچی لیگ اولی و همچنین تیم هایی که شرف کشور ما را در مسابقه بین المللی معرفی میکنند حرف بزنیم. هفته گذشته در مهمونی برنامه ما سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بود و حالا باشد در مهمونی برنامه ما سرمربی باشگاه فوتبال روشنی کلوب بویر اگامبردیف قرار دارند. خوش آمدید به استودیوی شبکه ورزش و خوشحال هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و شما رو در برنامه 90 دقیقه میبینیم. Большое спасибо вам за приглашение. Много слышал о вашей программе и уже начинаю присматриваться к вашей программе. Очень много полезного вы поднимаете в этой программе о футболе таджикском. Поэтому рад сегодня присутствовать здесь и ответить на ваши вопросы. تشکری زیاد و ما هم تصمیم داریم که با چند سالهای خود پاسخ گیریم از شما و البته بیننده ها اونهایی که بیشتر به فوتبال تاجیکستان توجه زیاد دارند. خب شاید از تیم روشن که شما اون رو رهبری میکنید بسیار چیزها رو انتظار هستند و اونهایی که همین لحظه برنامه ما رو تماشا کرده هستند و میتونه دوام چند دقیقه این برنامه با سالهای خود هم پاسخ بگیرید که روشن عین حال در کدام سطح است و نگفته نماند که برنامه 90 دقیقه هر هفته با سرپرستی شرکت بوکمکری پری ماچ تاجیکستان منظور بیننده ها می شود. خب پیش از اون که درباره موضوع های اساسی حرف زنیم میخواستم فهمم که حال حاضر باشگاه فوتبال روشن در کدام سطح هست، در کدام وضع قرار دارد؟ Ну, во-первых, я очень много лет не работал в командах высшей лиги Таджикистана. Мой последний опыт был это в 2018 году в соседней стране, это в Афганистане. Мне пришлось с 2014 по 2018 года работать с местным клубом Шуини Осмаи 3 года. И 2 года я работал в Кандагаре. Это богатый очень опыт для меня. Но затем я перешел на инструкторскую деятельность и занимался тем, что обучал наших молодых тренеров и тех тренеров, кто хотят связать свою судьбу с профессиональным футболом, чтобы подтянуть их знания и чтобы они... Потому что мы не вечны, потому что мы должны готовить на свое место тех тренеров, которые уже завтра будут выводить мальчишек на футбольные поля не только нашей страны, но и зарубежных стран. Хоп, Равшан, бада с анджом дадени бузихуи мавсими имсел холо дар кадом саат хаст даста вухян хам дар саати балантар аст йо пастар. Испан огози мавсими имсела. Спасибо. Вы знаете, когда мне пришло предложение принять команду Равшан, я сначала задумался, смогу ли я там работать. Все-таки многие меня, так будем срезу говорить честно, отговаривали, зачем твой менталитет не связан с людьми, которые могут тебе там, ну, будем так говорить, не помогать, я не говорю слово «навредить». Они, не знаю, поймут тебя или нет, очень будет сложно. Я говорю, ну, мы же живем в одной стране, какая разница, где работать? Я говорю, это моя страна. Если пригласили, я должен принять и поехать. Зачем бояться? Засучили рукава и поехали. В первую очередь у меня была встреча с руководством. Очень приятная встреча была. Они мне сразу поставили цели и задачи. Как говорится, сразу обсудили многие вопросы. Мне очень главное понравилось то, что есть цели и задачи. Вот это самое главное. Мы все знаем, что Равшан Куляп – это двукратный чемпион страны, двукратный обладатель кубка. Команда, которая имеет опыт, но в связи с тем, что футбол не стоит на месте, к этому времени многие игроки уже закончили с футболом, многие уже, как говорится, порастеряли свое мастерство, многие поменяли клубы, поэтому приходилось, первая задача – это комплектование команды. اما شما در فوتبال تاجیکستان چند سال بود کار نکرده بودید؟ آخرین بار اگر خطا نکنم دسته المپیک کشور بود. Да, у меня была работа с юношеской сборной, когда впервые вывели ее в финальную часть, но вот по каким-то причинам нас отстранили тогда от международных встреч. Было жалко эту команду, была команда очень хорошая, даже те игроки после того, как мы не попали на международные соревнования, то есть финальную часть, я побеседовал с ребятами, я им сказал, у вас большое будущее в ведущих командах, но самое главное, вы одели майку юношеской сборной, но нужно мечтать о майке национальной сборной. И не просто о майке, а быть там на ведущих ролях. Я очень рад, что вот эти футболисты, 7 человек, которые у меня там играли, это Джамшет Исмаилов, Рабимов, Ибрагим, Боротов и многие другие.
те, кто действительно в ту пору были, как говорится, на виду у всех. Я очень рад, что после этого вот этот мой опыт, когда я работал с юношами, мне он пригодился, чтобы в команде первой лиги «Химок», когда мы ее создали, из первой лиги вышли в высшую лигу, и вот эти ребята, кто попали на чемпионат мира, 11 человек были с моего состава, начиная от Фатуло Фатулоева и кончая, я говорю, вратарем Мродова. Я говорю, мне было жалко, честно говоря, когда команду вот забрали, передали, но я очень рад, что она показала результат. Но тем не менее, я еще раз говорю, для меня это был большой опыт, и я постарался передать этот опыт своим тренерам, когда работал в РШВСМ, которые затем также взяли за дело и вывели второй раз на чемпионат мира. Это Зайдин Рахимов и Рахмонов Сафарали. Хоп, бубнит кидар индаура, шмотан удар Афганистан коркардит дар. Ягон клуби футболи кишвар қарор нагирифтед. Хуб имсол фаъолиятро баъд аз чанд сол дар Равшан оғоз кардед. Хуб мушкил набуд барои шумо ки чанд сол аз шояд фазои футбол дур будед? Вы знаете, я не был далеко от футбола, как вы говорите, потому что футбол – это моя душа. Далее. Это, во-первых, будем так сразу говорить, это наш хлеб. Поэтому, будучи... Когда я бросил уже, я имею в виду, работу как тренером, я перешел на инструкторскую деятельность. Об этом меня попросил уже покойный наш учитель Рустам Акрамов из города Ташкент. Очень много передал нам, и он очень убедительно просил, чтобы я не бросал инструкторскую деятельность, именно работал. Ну, говорит, потому что если ты сейчас не сделаешь, будет тяжело Таджикистану, в каком плане, потому что, ну, сейчас пока что он говорит, очень мало людей хотят свою деятельность связать с инструкторством. Ну, послушался, поработал, понравилось, и я как-то немножко отошел от тренерства. Но затем, когда в 2014 году пришло предложение поработать в Афганистане, а как раз был отпуск, я посчитал дни, которые придется побыть, и я успевал. Ну, мы нашли единомышленников наших, мы поехали 8 человек, и мы поработали там. Я думаю, что все, кто руководители клубов в Афганистане с различных вилаятов, работали, всем понравилось, и нас приглашали уже практически каждый год. Поэтому это очень большой, богатый опыт, который я провел в Афганистане. Единственное, что там хотелось бы увидеть, это легионеров, во-первых, раз, правильно организованный тренировочный процесс. То есть мы попали в такую среду, когда, понимаете, нам всего давали 1,5 часа тренировки. Представляете, 2 стадиона на 7 миллионов населения, и где футбольные поля заняты буквально с 5 часов утра до пока не стемнеет, а освещения нигде не было. И я видел, как футболисты бегали по вот этому нагретому синтетическому полю и терпели. Я всегда говорю нашим футболистам, я говорю, если бы вы видели, как работают афганцы, футболисты, они терпят. Я говорю, вы тоже бы научились терпеть. Поэтому не зря вот последняя КАФА показала, как эта команда юноши играет. Хоп, холо, даста, дар шари Душанбе машко тамрин кардеси, даста. Чаро дар клубни си, тини Равшан? Вы знаете, тут очень много причин. Ну, во-первых, мы посчитали, что количество игроков, которых мы пригласили, они в основном живут в Душанбе. Ну, вы знаете, это сразу затруднение первое затрагивает. Первое – это как расположить игроков в городе Кулеб, это надо снимать квартиры, гостиница очень дорого. Посчитали, что квартира – это тоже дорого будет, оттуда еще входит питание и все остальное. И мы подумали, что лучше всего, конечно, инфраструктура, которая существует в Душанбе, на данный момент лучше. И тут еще немаловажно, все-таки в Кулябе есть и дубль, потом есть женские команды, ну плюс еще группы подготовки. Все-таки один стадион для такого города маловат, и поэтому мы вот решили, что основную часть мы подготовительного периода проведем в городе Душанбе, а вот когда начнется соревновательный уже период, мы будем половину на половину тренироваться, то есть в Душанбе, а потом будем переезжать за 3-4 дня до игры в Куляб. Чаро дар тими Равшан бузингарони махали кам астан? Бузингарони асфали клуб астан? Не, вы, не знаю, как, для одних 5 человек мало, а для другой команды 5 человек много. Возьмите «Зенит» Санкт-Петербург, посчитайте, сколько там воспитанников, во-первых, Санкт-Петербургской академии. Их нет просто там. Посмотрите, кто вышел из дубля, их практически, может, 1-1,5 человека. Но у нас вот сейчас 7 человек играют в основстве, плюс весь дубль. Да, вы очень хороший вопрос затронули. Да, есть
Кулябе еще опытные игроки. Я на них очень надеялся, но так как когда я команду принимал, мне сказали, что они заявили желание играть в команде «Фархор». Василет. Да, но они мне были нужны. Но тем не менее, еще немаловажный вопрос, это был вопрос дисциплины. А для меня это в первую очередь дисциплина, потому что она бьет класс. И если ее не будет, то на команда не увидит результат. Хозяй дисциплина и ходи бузингарон чугунас, да, Равшан. Понимаете, сложно иногда отвечать, что ты можешь команду держать в ежовых рукавах или нет. Все-таки зависит от таких рычагов, в первую очередь авторитет тренера и, конечно, подход к работе. Если они видят, что у тренера подход к работе, авторитет и плюс сюда еще финансовая часть, все это воедино сложится в какой-то результат. Но когда один из компонентов начинает выпадать, становится сложнее. Поэтому я думаю, что на данный момент у меня дисциплина где-то на 70%, потому что ни один тренер не может добиться 100% дисциплины, потому что есть кредо у этих, есть амбиции некоторых игроков, которые завышают свои запросы, то есть поведение и все остальное. Хоп, дар Равшан, айнихол, мы видим, ки Бузингароны дават шуда будан, ки аз дигар тимҳо буд. Ин даъвати Бузингаронро худи шумо бештар кор кардед ё худи мураббиён, худи роҳбарияти даста? Когда мы комплектовали команду, вы знаете, что чтобы видеть свою команду, тренер должен подбирать под свою систему команду или игроков под эту систему. Но вы знаете, такого выбора не было. Потому что, сами понимаете, сейчас у нас футболисты тоже уважают себя, тоже запросы у них свои есть, и здесь нельзя говорить чего-то лишнего, потому что это его запросы. И поэтому надо уважать это. Но мы, насколько имеем, мы будем решать эти вопросы. А если нет, мы говорим, да, у нас этих запросов нет. Поэтому есть три категории футболистов, на которых команда держится, даже четыре. В первую очередь это опытные игроки. Вторые – это квалифицированные игроки. И третье – амбициозные игроки. То есть молодая, амбиционная молодежь. Но я вот сейчас смотрю, опытные игроки, они, опытные и амбиционные игроки, они должны быть половина на половину. Но больше должно быть квалифицированных игроков. А есть четвертая часть – это психологически устойчивые футболисты. Потому что они в любой момент могут себя проявить в нужный момент. Я вот стараюсь больше направлять их в психологическом варианте, потому что, сами понимаете, в игре бывает много таких случаев, когда поворот судьбы может оказаться не в твою сторону, хотя все было правильно, ложилось. Бывает такое, что 70% ты контролируешь, ты можешь выиграть, ты уверен, что выиграешь, но получается все наоборот. То, что касается команды Равшан, то опытные игроки пока больше меня удовлетворяют. К сожалению, амбиционной молодежи пока нет. Почему? Сразу скажу. Во-первых, я не вижу, что у них глаза горят. Они ни одного ни раз не видел, чтобы они после тренировки оставались и дорабатывали. То, что касается квалифицированных игроков, будем так говорить, что это квалифицированные игроки только для нас. Но для меня как тренера они еще не представляют квалифицированных игроков, потому что мастерство их, оно, понимаете, еще не соответствует тому требованиям, когда можно говорить, что этот игрок может выходить и играть. Но единственное, еще раз говорю, это будет секрет, я сейчас не буду раскрывать, я извиняюсь за это, потому что на чем держится Равшан, это сами знаете. Хоп. Это четвертая часть ее психологической устойчивости. Вази Вы знаете, то, что дубль на протяжении многих лет существует в Таджикистане, это очень правильно, потому что если сегодня мы забудем о нашей молодежи, то мы завтра не увидим будущую команду. Да, мы хотим сейчас, вот когда у нас появится трансферное окно, я уже посмотрел троих игроков, которые, они были зимой на сборах, но, понимаете, в силу того, что у них еще силенок мало, пригласить команду, но я обязательно уже присмотрел, уже дал указание, чтобы вот эти, даже не 3-4 игрока, еще один игрок, который он не с нашего дубля, принял приглашение прийти на просмотр и пригласить команду, потому что, вы сами понимаете, всех я не могу пригласить, у них тоже свой план подготовки есть, ребята работают, но мне очень приятно, когда на выезде мы ездим, как они болеют, я вообще был в шоке, особенно последняя игра против Исхата. Хоп, Равшан, дар оғози мавсим имсола чандон хуб набуд, вале баъдан бозиҳои даста, махсусан бозиҳои сафарӣ бисёр хуб шуданд. Хоп, сабаби ин дар чи буд?
Я уже, наверное, ответил на этот вопрос. Я всегда в критерии игрокам ставлю... Есть несколько методов работы, но это секрет, я сейчас не буду говорить, который я ребятам всегда говорю. Да, мы не команда звезд, но покажите мне звезду в Таджикистане. Они молчат. Я говорю, ну вы можете стать звездами. А что не хватает, например? Потому что каждый игрок должен выходить на поле и выполнять установку тренера. Если он выполняет, он стремится к этому. Но если нет, то извините. Поэтому я очень часто им говорю, почему вы не мечтаете одеть футболку сборной национальной? Ответ слышу разный. Одних на нас не смотрят, другие говорят, одним глазом смотрят, третьи говорят, вроде интересуемся, но не приглашают. Поэтому я стараюсь всегда их активировать и говорить, ну хорошо, вас раз не пригласили. Ну что, и можно остановиться на этом? Нет. Поэтому я всегда психологически настраиваю, на каждую игру ты должен выходить и доказывать, что ты не верблюд. Ты вышел на поле, ты должен сражаться, ты должен показывать результат. Потому что ты профессиональный игрок, ты получаешь за это заработную плату и какие-то бонусные. Если ты не будешь стремиться к этому и будешь говорить, я вот сегодня сижу в замене, завтра мне тренер обратно не доверит, это ни о чем не говорит, да. Потому что время дается для всех, но на поле только 11 человек могут входить. Я не могу выпустить 12 или 13 игрока. Да. Поэтому стремись в недельном цикле, работай, тогда мы посмотрим. Чор панч мушут шуму алакай дастару тамрин медихет. По назаре шуму хастан бузингароне ки боят барой тими мунтхаб хам дар кор бушан арзанда хастан барой дават кадам ба тими медихет. Сейчас бы хотелось, конечно, сказать об этом игроке, но я даже и спрашивал, почему его не приглашают. Это Абдухалил Баронов, да. Вот за него бы я бы, честно говоря, сразу стал бы и попросил бы, чтобы все-таки его присмотрели. Потому что я часто смотрю на эту позицию игроков. Ну, есть пока, да. Я не скажу, что там Джалилу есть замена, но он может показать то, что он может. У меня в Афганистане играл один игрок, вы знаете, он был левым полушитником, а когда я его выдвинул в нападение, он говорит, я не могу, я говорю, ты сможешь, у тебя все для этого есть. Во-первых, рост, хорошая техника, хороший дриблинг, удар из двух ног, игра головой. Вот это и нужно нападающим. Он выходил, начал забивать, тут же пригласили в сборную. Вышел в сборную, и эта сборная, никогда не забуду, играла здесь, в Душанбе, со сборной Иордании. И вот он, когда гол забил, Амридин Шарифи, и он бежал, он увидел, где я сижу на трибуне, и благодарил за то, что вот я его уговорил, чтобы он стал форвардом. Яни Савабгори Хамлагарш за ним ушел. Да. Он у меня играл в команде. Ну, вот сейчас он был в Кыргызстане, лучшим бомбардиром стал. Сейчас играет по Бангладеш. Хотел я его пригласить сюда, но в виде финансовых затруднений, то есть мы его запросы не могли выполнить. Хуб Бубузингароне, хуби Афонисон, хам шмо ошно, и дорит, баджой он легионероне, ки дар Равшан холо хастан, хуб умман дар чемпионат Таджикистан, сати легионерон он ходар хуб не ист. Масалам, Бубузингаре, ки гайр аз истихлол гвим, дар сати баланд аз легионерон, не бинем. Хуб, не мешут Бубузингароне, мисол, ки тажибай хубтар доран, шмо бо онхо ошно астет, ба тими Равшан дават кинен, максалам Бубузингароне... У нас была такая цель, но в связи с тем, что вы сами знаете, что творится сейчас у нас за речкой, все-таки еще не признанная страна, как бы еще не входит в некоторые структуры. Но я думаю, что это вопрос времени. И я думаю, что там очень хорошие игроки, я вам скажу сразу, что очень талантливые игроки. У меня есть на примете три игрока, которых можно. В первую очередь, усилить работу любого тренера. Почему? Во-первых, мы говорим на одном языке фарси. Они это понимают, воспринимают. И вы знаете, я не забуду, они из кожи лезут, чтобы, как говорится, играть. Потому что они знают, что другого шанса у нас не будет попасть за рубеж. Они многие мечтают играть за рубежом. Поэтому многие из них находятся сейчас в Европе. Я вот как-то мне президент Федерации футбола Юсуф Кургар звонил, я спрашивал про игроков. Хотел пригласить, они, говорит, уже в Европе, говорит, они уже устроены все, в немецких, голландских клубах. Ну, что сделать, это жизнь, она не стоит на месте, возраст тоже не стоит на месте, ребята ищут, где лучше, поэтому здесь будем смотреть будущее. Бали. Хоп, агар дар мавриди чемпионат бигим, холо ба назари шумо, як фурсати хели хам дароз танафус бу дар чемпионат. Хоп, ин хуб аст ё бад, ва ми бинем ки барои бисёр дастаҳо таъсир расониде истодааст, чунки бузиҳо нестанд, ва худи равшани клуб хам бузиҳои санҷишӣ нагзаронидааст.
Да, к этому времени, в этот перерыв, мы сыграли последнюю игру 22 числа, а до этого тур был, последний, если не ошибаюсь, 17 или 16 числа. А мы завершали уже с командой Эсхата в Хадженте. Представляете, 22 число, сегодня уже, это уже 20 дней команда бездействия. Но мы приступили к работе только неделю назад ввиду финансовых затруднений. Тоже сами понимаете, чтобы собраться, нужно обязательно команду питаться должна, передвигаться, автотранспорт. Но сейчас у нас тронулось, уже неделю мы в действии, работаем. Сегодня, вот, кстати, у нас контрольная игра с командой ЦСКА. Для них это будет хорошо и для нас будет хорошо. Но то, что касается перерыва, да, я часто слышал, вот только сейчас... После этого, я помню, Тагир Муминов мне как-то сказал: «Боир, ты окунулся в футбол таджикский? Ну что скажешь? Что скажешь о календаре, о формуле?» Я говорю: «Знаешь, ты прав, говорю, то, что вот эти перерывы». Но я, он говорит: «Вот что примерно, как вы задаете вопрос, вам нравится, не нравится?» Я часто слышу, что календарь сделан ради сборной национальной. Но когда беру календарь этот и смотрю, там ничто не видно, где вот эти перерывы. Если вы мне не верите, можете посмотреть. Да, я хотел бы, чтобы работники, ответственные за проведение соревнований, не обижались на меня. Это время говорит за нас. И мы имеем право говорить об этом. Потому что в будущем мы должны определяться так, что почему в Англии и в других странах 20 команд, и они успевают играть и национальные, и европейских кубок, и, как говорится, одинаковое количество игр в чемпионате, и как бы все ровно идет при 20 командах, а мы не можем при 10. Ничто сделать. Вот этот перерыв, конечно, он, я согласен, мы все для сборной, все для нее. Дай бог, чтобы она вышла в финальную часть, тем более при таком формате, когда в финальной части будет 2-4 команды играть. Вы знаете, это будет абсурд, если мы туда не попадем. Да. Поэтому хотелось бы все-таки, мы подумали и о чемпионате, потому что только чемпионат выдвигает кандидатов в сборную, когда она стабильно идет и стабильно игры продолжаются. Бали. Хоп, дар бораи худи формати баргузори мусобиқа чи? Имсол аввалин бор мешавад ки масалан танҳо дар даври сеюм, марҳилаи сеюм чемпионат ғолибон муайян мешаванд. Панҷгонаи аввал, панҷгонаи дуюм. Да, много об этом говорят уже все, как говорится, у всех на устах только одно и то же, какой будет формат. Вы знаете, да, его когда-то его утвердили, что будет 8 команд, 4 круга, потом 8 команд, 3 круга, потом 10 команд, 3 круга. Но вы знаете, самое главное в, в формате чемпионата должно быть главное – это спортивный принцип. То есть количество игр, проведенных дома, должны сопоставляться с количеством игр на выезде. Это очень важный момент. Я никогда не забуду, когда как-то вот Хаджин года 3 назад проводил одну игру, которая ключевую должна была решиться чемпионство, и проиграл здесь футбольным клубом «Стекло», и тем самым лишился чемпионства. Но не будем умалять игру «Стеклова» нашего, она заслуженно победила, но вот именно вот эта формула, она сыграла не в спортивном принципе. А спортивный принцип он всегда должен быть. Поэтому я думаю, люди, которые составляют принцип, то есть формулу чемпионата, все-таки дали поработать сначала руководством клубом, тренерам, за какой формат. Потом пригласить, проголосовать или как-то выбрать, что, понимаете, что было в первую очередь для сборной, второе для зрителей и для всего таджикского футбола. Яне, интуяк андоза назари шума хубнест формате баргузори? Вы знаете, если бы они сделали бы, я имею в виду, Федерация футбола отнеслась бы, чтобы был бы еще четвертый круг, то есть, четыре игры каждая пятерка проводит, то есть четыре игры дома, четыре на выезде, она более приемлема была бы. Я не хуптар мишу. Да. Хоп, ташакур. Здесь во всех отношениях, я извиняюсь, здесь и количество игр набирается, потому что мы знаем, чтобы команда хорошая держалась в хорошей форме, ей нужно минимум 60 игр в сезоне провести. Это включая как календарные, товарищеские и международные игры. Бале. Хоп, ташакур сиёт. Хоп, хамин холо мы видим, ки дастаи Равшан бузиҳои санҷиши ҳам накардааст. Шумо гуфтед ки баъд аз он ки вази молиявӣ хубтар шуд, мо ба тамлинҳо баргаштем. Вази молиявии Равшан ҳам ҳоло хуб нест? Ну, ребята получают зарплату, были кое-какие затруднения, но сейчас, как вот мне прямо перед вашей передачей позвонил менеджер Гайрат Али Мирахметов и сказал: «Все нормально, Баир, вы ничего не это самое, не волнуйтесь». И вот сегодня вечером у нас 7 часов игра контрольная, поэтому я всегда готовлю ребят так. Я говорю: «Ребята, если мы терпим,
два месяца, что нет зарплаты, нежели мы можем потерпеть неделю. Да. Все будет нормально, мы же все-таки команда высшей лиги. Да. Затруднения сейчас у всех есть. Хоп, Гайрат Али Мирахмедов, дар огузи мавсим имсола, дар барнома има гуфта будан ки хадафи дастаи Равшан дар мавсим имсола чемпион яст. Ойо ин воқеан ба воқеат назик аст ё на? Вы знаете, еще раз говорю, каждый человек, который руководит или клубом, или командой, он должен иметь свои цели. Если человек сказал, говорит, меня приглашал Баир, мы можем стать чемпионом? Я говорю, финансовые возможности позволяют нам пригласить игроков? Он говорит, да. Я говорю, ну давай посмотрим. Начали, когда отбирать игроков, я посмотрел, что многие игроки, с кем мне месяц пришлось работать, буквально через три игры контрольные, где у нас удачно пошло, оказались в других клубах. И я наступил на те же грабли, как в 2006 году, когда, если вы помните, у меня была Хима. И мы перед сезоном обыграли команду Ригар 3-0. Не успел я только съездить в Москву, приезжаю, уже 12 игроков у меня в составе нет. Их уже как бы перетянули другие клубы. Тогда это была команда Вашкургантюбе, Ригар Тадас, Худжант. И когда я попросил ребят, почему так случилось, вы знаете, говорит, финансы решают все. Я говорю, я согласен с вами, но почему вы не потерпели и не сказали, Баир, давай сядем за стол, поговорим, и мы все решим. Потому что я не могу обещать то без своего руководителя. Потому что я как тренер тоже нахожусь на контракте. Вот так получилось, что второй раз наступил на те же грабли, и я не мог убедить игроков. Когда начали убеждать, уже было поздно. Они уже подписали контракты с теми командами, кто, как говорится. Я не буду осуждать эти команды. Если они пригласили, сделали, значит, они удачливые. Дар трансфер и то бисто на нахшахаски бусингер. Да, есть у нас план. Спасибо за этот вопрос. Мы уже сегодня сидели, вчера сидели, прорабатывали. Я уже 6 человек, которые, кого мы приметили, практически с 5 игроками уже решаем вопрос, что они все-таки к нам в команду придут. Ну и будем, как говорится, уже те ребята, которые не соответствуют нашим целям, не проявлять те свои силы, желания, ну, будем расставаться, так будем говорить. Бочан Бозингар. Ну, 5-5, как говорится. Ташакур. Хоп, дар мавсими имсола, хадафи асоси Равшан чияст? Дар мавсими имсола чемпионат. Ну, вы знаете, мы хотим попасть в первую очередь это в зону АФК. Понимаете, да, понимаете, нас это в зону АФК, чтобы выступать на следующий год в международных соревнованиях. Все-таки Равшан это, будем так сказать, титулованная команда, команда с именем. И я думаю, что ребят, которых мы пригласим сейчас во втором круге, постараются помочь нам. Бале. Хоп, натижой ки мавсим имсола будан дар огузи мавсим. Шумро нигарон на карт. مثلا بسیار خبرها بود که روشان در آغاز موسم امسال رو بسیار بد شروع کرد و این میتواند به کرسی مربیان هم تاثیر رساند. Вы знаете, сейчас такое как раз время, мы сейчас не можем определиться. Вот этому, потому я все будет решено, как закончится у нас первый круг. Бали. По всем этим вопросам. Бали. Хоп, ташаккур зиёд, бисёр як соҳбати оли. Арзи спас мекунем аз шумо барои ширкатон дар барнома ва посух додан ба солҳои мо, ки Равшан дар мавсими имсола чи ҳадаф дорад, чи ният дорад ва дар кадом сатҳ ҳаст. Ҳамин ҳоло мо бовар дорем, ки дар идомаи чемпионат тими Равшан, яке аз дастаҳои сермухлистарин дар футболи Тоҷикистон, ба натиҷаҳои баланд мерасад. Ва сипос мегӯем аз шумо барои ширкатон дар барномаи 90 дақиқа ва ба тими шумо, ба худи шумо барор мехоҳем дар чемпионат. Роман. Саломат бошед. Дӯстони азиз, меҳмони барномаи 90 дақиқа Боир Эгамбердиев, сармураббии дастаи Равшани Кулоб буданд, ки ба солҳои мо посух гуфтанд. Ёдовар мешавем, ки барномаи 90 дақиқа ҳар ҳафта бо сарпарастии ширкати букмекерии Паримач Тоҷикистон манзури шумо мегардад ва ҳафтаҳои оянда ҳатман боз дар бораи мавзӯъҳои муҳим дар футболи кишвар ва махсусан дар доираи чемпионати Лигаи олии футболи Тоҷикистон ҳарф мезанем ва албатта бо саршавии чемпионат рӯзҳои ба шумор ҳам боқӣ мондааст, дастаҳо аллакай омодагии худро пурқувват кардан و مخصوصاً باشگاه فوتبالی Равшани Кулоб و ما انتظار میشویم که دسته Равшан بعد از این مدت چگونه بازی های نخستی خود را برگزار میکند. تا نشای دیگری برنامه 90 دقیقه سیادمند و پیروز باشد. خیر.